А в Белокуракино из-за вспышки простудных инфекций объявлен карантин. На вынужденные каникулы закрыли две школы – Алексеевскую и Первую Белокуракинскую. Там из 600 учащихся болеет около 150 детей. Подробнее Елена Зверхановская. Коридоры этой школы с сегодняшнего дня опустили. Учебное заведение закрыли на карантин в связи со вспышкой острого вирусного заболевания. Кашель, насморк и высокая температура под 40. С такими жалобами к белокуракинским врачам за последнюю неделю обратились более 200 школьников. Медики настоятельно рекомендуют при этих симптомах не заниматься самолечением, а обращаться за квалифицированной помощью. Для снижения температуры у детей категорически запрещен аспирин, ацетилсалициловая кислота. До 12 лет категорически запрещен, потому что на фоне высокой температуры может появиться кровотечение. В двух школах Белокуракинского района болеет каждый четвертый школьник. И отдел образования Белокуракинской райгосадминистрации решил остановить обучение. Вчора зранку їх не було 140, але впродовж дня зверталися за допомогою і до медичної сестри, і відпрашувались до лікарні із симптомами вірусної інфекції. Відсутньо 140 дітей, що складає 23% учнів. Це велика кількість. Незапланированные каникулы продлятся до 5 декабря. Во время карантина здоровые школьники будут учиться дистанционно. Елена Зверхановская, Юрий Ромасюк, Подія.